Человек-паук в деле! Пуляйка, бегом! Смотри, ну реально енот. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет, меня зовут Влад4. Сделать супер масштабный выпуск. Мы знатно для вас постарались. Ну что, ребята, вы долго этого ждали. Пацаны, играем на 5000. Не все так просто. А4 Production один из них. Я Человек-паук, 100%. Енота у тебя своя, так что нормально. Так, Кобяков! Крепкий. Глянтик, что за баночки? Специально мне можно хитрить. Ладно, по первом раунде нужно пройти по надувным кругам. Тенку ниндзя. Далее полностью. Батут, 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 батут над ламбой. И добраться до Кобяков. О-хо-хо! Идем. Блин, они очень сдуты. Есть. Итак, Мустанг. Аккуратно. Оп. Вот какую бы ты хотел суперспособность? И панцирь мешает пробираться. Я бы хотел летать. Паутину, лазать по стенам. Ребята, какую суперспособность? Ха, походу упал. Может быть, кто-то хочет летать и писать своего любимого супергероя. Мой, например, Человек-паук. Вообще непросто. Думаю, она займет у нас много времени. Ясно, все. Все, ребят, ну давай. Так, спокойно. Легендарный мустанг пройден. О, его любимого супергероя. Пишите в комментариях. Тут перчатки есть. Я не заметил перчи. Какие кроссовки. Поэтому я думаю, что все получится. Это напоминает. О. 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 Быстро запрыгиваем. Твоя попытка номер два. Зачем там гелик стоит? Гелик? Слушай, ну дойдем. О. Что-то там нечисто. Получилось. Енот. Да. Зигзаг сдут, я это помню. Эй, парень, все, все, все. Это самое начало, ребят. Батут, погнал. Это самое страшное в этом испытании. Я не могу. Ой-ой-ой. Пацаны, иду. Блин, ребята, я так не потел давно уже. Рома! Начало этого пути. Поздравим, поздравим Кобякова. Забыл. Кто? Посмотри, бумажка висит какая. У Кобякова что-то получается. Хвост, хвост. Хвост застрял. Цепился. Блин. Ну, а теперь мы тебе будем мешать. Мы будем раскачивать. Вот. Тоже буду мешать. Так мы тебе не мешаем, мы просто их раскачиваем. Все, я пошел. Быстро прохожу игру. Так, погнали. Енотить ли? Все-таки 5000 баксов. Честно. Медленно, неуверенно, но иду. Самый сложный момент, мне кажется, Владос здесь. 4, 5, 6, 7. Не так быстро. Я в конце чуть. 5. Проиграть? Не. Угу. Я справился. Вспотел. Так. Кида? Да, снимай. Я вижу там продолжение карты. Идеально. Так, и раз. В качелях я просто не могу проиграть. Так. Что? 5 секундочек покачаюсь просто на качелях. Так, на счет 3. Раз. Так, так, нет, нет, нет. Кобяков. Тебя просто толкнул подушка. При помощи фрисби дойти до батутов. Бросать, подбирать и идти дальше. Так, ладно, вот так. Пользоваться. Раз, два, раз. Ой, второй кроссовок. Да. Так, быстро обуваюсь. Итак, два. Фу. Три коробки. И так как нас три участника... Ладо, а что там? Походу, в одной из этих коробок что-то спрятано. Биг, заводись! Я ед! Так, дальше телега. Влад, как плывется? Подпишись, поставь лайк, напиши коммент. Влад дошел до второго сейва. Ну что ж, теперь настал мой звездный час. Главный враг? А, не, на самом деле нормально. Я прокачивал баланс. Глент, ну красавчик. А ты что в перчатках? Сейф! Человек-паук здесь. Посмотрю сейчас, как ты будешь кроссовки доставать. Обуваемся.
Опа! 5000 баксов на кону, никакой пощады. Ну хорошо. О, какой ветер сильный от этого мешка. Ба! Прошел. Прошел, прошел. Беков, в принципе, тактика мне ясна. Надо просто... Запарились. Еще осталось снять гробы. Человек-паук в деле. Она скользит. Вот. С первого раза даже, да? Скажи, что с первого раза. А, нет, тут помимо кнопки подписаться больше ничего нет. Походу, мне тоже не повезло. Владос, ты не хочешь меня подтолкнуть? Я тренировался, я должен выиграть эту игру. Я бы один раз победителем нельзя. О-о, здесь проиграл. Я решил просто отдохнуть, накопиться сил. Насколько это сложно вообще? Я попробовал и сразу упал. Знаю, почему это. Почему? Мне кажется, А4 продакшн. Так, попытка номер один. Это вообще нелегко. Это как пьяная лестница, только их три. Очень близко. О-о-о. Получится. Ладно, хоть поднаберу сил, а вы смотрите. Привет, Кобяков, как ты там в меня бросал? Блин, Кобяков! Блин! У меня есть идея. Становим. Не говорите пацанам. О, кроссовки мои. Смотрите, что у меня. Так, тут есть ксерских перчатка. Так это что? Это... Это тебе за то, что ты енотишь. Опа. Кобяков, добро пожаловать. Куда, куда, куда? По жизни, Кобяков! Всю игру мне придется титаны. Я вам победу не отдам. Ты в боксерских перчатках, в костюме енота. Невозможно. Кобяков! Ну что ж. Все-таки сам. Попробую сам. Последний этап перед геликом. Сбивает коробки. Ну, гелик я тебе открывать не буду. Я, друзей, не бросаю. Интересно, куда мы поедем? Пара запасных кроссовок. Да, я вижу, сейфпоинт. Пацаны! С биноклем? Похож на персонажа из какой-то мобильной игры. Перекидывать ногу дальше. Блин. Непонятно. То ли много, то ли мало. Буду ждать пацанов. Надо как-то переместить. Бламбу-ламбу бьют. Не смешно. Так. Ну, я попробую. Мой пред... Акния. Ну что? А эта штука еще крутится. Итак, надо... Шнурки завязать не смогу. Всегда мечтал о такой штуке. Мне кажется, на ней в первый раз в жизни. В кармане. Крочки завязал по дороге. Я могу тебе чуть-чуть помочь. Эй! Вы только гляньте, ребята, нас еще много чего ждет впереди. Вы в километре от меня. Ладно, я пошел. Ну что ж, погнали. Гамочки и гам... Дабы исключить жульничество, пожалуй, проконтролирую. Собираюсь. Ребята, подсоберусь и все сделаю красиво. Кобяков, давай, 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 давай. Есть! Офигеть! Дупил в конце. Так. Начинаю. Воу, не коснулся. О, специально там оставил. Получается, ты без обуви? Самое сложное начинается прямо сейчас. Это скейт. Так сложно, как вы описываете. Нога далеко. Все. А, да, конечно, он бортики использует. Кто не запрещал бортики использовать? Это было стрёмно. На раме интересно, и мне кажется, что это необычный велик. Колесо крутится вправо. Это пьяный велосипед. Это придерживаться этой стены. Ну что, проехал? Дальше мне нужно проехать. Тактики идти на ногах. Дадим пацанам шанс. Аккуратно, аккуратно! Аккуратно, аккуратно! Аккуратно, аккуратно! Извини, 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 извини. Когда-нибудь катался на таком велике, когда руль крутится? Так, воспользуюсь великом. Бочки, просто становишься, держишь баланс и буду собирать. Я не знаю, как это задумал. Что? Пацаны! Первооткрывателям, я даже не понимаю, что там будет. Черт! Это надо разуться прямо здесь. О, залез! Оп! И на сейф. Боже, вот эта стенка, гляньте на нее. Ты че, Кобяков? Ну я, короче, тоже. Кобяков, делаем все супер жестко. Пройти. Давай, 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 давай. Да нет. Понадобится. Пуляй, пуляй, Кобяков. О, Кобяков. Не получилось. А, передайте, пожалуйста, мне что. Да. Мой любимый. Так. Опа. Так. О. Oh,
тут. Обрати внимание на ноги Кобякова. Ты успел? Ну, когда ехал в гелике. Так. Удобно без кроссовок. Ну. Ты это Гленту скажи. Это съемки, и они уже все. Давай. Ну реально енот, смотри, ну просто. И в чекпоинт. На круг, а я пошел готовиться. Опа! Как только я говорю, огонь! Сработаться. Чеков, ну что ты молчишь, разговаривай. А я знаю, что... Огонь! Смотри, где ты, а где мы уже? Так, еще после... Огонь, значит, да? Так, ребята, сразу... Плыли! Ударил, и получилось. Так, ладно. Получилось? Так, так, едем. О, неприкольно. Так, о, капец. А, капец. А, так он тут. Пацаны. О, вокальный рывок. Победитель получает все. 4 версии ролика смогу победить. Очень высоко. Во-вторых, хочу... Кобяков, это куб жизни. Пацаны, во-первых, здесь очень высоко, выиграю. Так. Сейчас покажу. Нее мне дают $1000 высоты, вообще не страшно. Это первое. Больше денег, третий уровень и четвертый. Работаю $2000. За $2000 точно смогу. Когда Глент прыгал в куб жизни. В самом деле, его толкнули. Третья вышка, из-за нее я получаю 3 очень высоко. Блин, он реально высоко. За прыжок с открытыми глазами и $5000 я прыгну вон туда с закрытыми глазами. Что это потечет, это просто спотел. Я это делаю только для вашего настроения. Остается. Я уже на краю. О-о-о! Ножки. Да! Он это сделал! 7, 8, 9, 10. Катарик остается. Трусится, трусится, трусится. Глент победил. Офигенное чувство. Лайк за эту огромную постройку. А с вами был я. Меня зовут Влад А4. Пока.